Самый главный христианский праздник Пасху отметили православные верующие в Хабаровском крае. Светлое Христово воскресение символизирует победу жизни над смертью. В этот день праздничные службы прошли во всех храмах региона, и самое масштабное состоялось в Спасо-Преображенском соборе. Подробности далее. По традиции пасхальное богослужение православная церковь начинает совершать в ночь субботы на воскресенье. Этот год не стал исключением. На праздник Спасо-Преображенский собор пришли несколько сотен прихожан. Одно из главных ритуалов в пасхальном богослужении – крестный ход. Священнослужители в блестящих ризах с крестом, Евангелием и иконами выходят из храма. За ними следуют все прихожане. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Пасха – это самый главный христианский праздник, установленный в воспоминания воскресения Иисуса Христа из мертвых. Православные радуются этому событию, а в самой церкви после Страстной Седмицы священники сменяют темные облачения на более светлые. Никто из земнородных людей не мог разрушить силу смерти, так как в Адаме после грехопадения все мы наследовали болезни, смерть и тление. И только в новом Адаме, в Христе Спасителе, мы обретаем прощение и вечную жизнь. Ночное пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе длилось около 3 часов. В нем принял участие губернатор Михаил Дегтярев. Сегодня мы дома, в Хабаровске, в Спасо-Преображенском соборе молились вместе за Россию, за наш край, за русских воинов, за детей, родителей, за всех православных. Отмечать Пасху православные христиане будут всю неделю. Ходить друг к другу в гости, дарить подарки. Все это время в храмах будут проходить такие же праздничные службы. Анастасия Привецкая, телеканал «Губерния».